Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать освещение на тему «Он шокирует вас своим проявлением». Как это будет? Что будет? Посмотрим его мысли о вас, его чувства к вам. Сегодня буду раскрывать все, что будет идти в потоке. Ну что же, начинаем. Как обычно, по вашим просьбам я провожу свою авторскую практику на исполнение желаемого. Для новеньких, для гостей моего канала говорю о том, что это не магия, не ритуал. Я работаю напрямую с энергиями космоса, поэтому не бойтесь никаких прилетов, отлетов и подобных вещей. Нет и быть не может. Можно просматривать практику в любое время дня и ночи, лунных циклов. Это абсолютно никаким образом не связано с подобными вещами. Все, что от вас требуется, поставить лайк, написать в комментариях «принимаю, благодарю» для того, чтобы дать обратную связь Вселенной и дать ей знать, что вы готовы к исполнению желаемого. Сейчас же обратитесь ко Вселенной, озвучьте то, чего вы хотите. Важно досмотреть до конца, чтобы прогорел весь воск и весь негатив, который каким-либо образом препятствует исполнению желаемого, расплавился, как плавится этот воск. Озвучьте Вселенной то, чего вы хотите. Энергия огня. Очищая пространство от магии, от препятствий, от ограничений, от скамеров, от копий, от всего, что каким-либо образом препятствует, тормозит исполнение желаемого во благо и с безусловной любовью. Слушайте, как гудит огонь. Практика сильнейшая, поэтому вы, да, в прямом эфире можете убедиться в том, насколько уже здесь и сейчас идет очищение пространства от всего негативного. Ну что же, мои неимоверные, называйте ваше имя, имя вашего мужчины, представляйте его рядышком с собой для того, чтобы слиться с ним энергетически и получить как можно больше информации о нем. Пока вы настраиваетесь, я с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь выше добавляю. Кто не успел пальчиком нажать, не волнуйтесь, в первом закрепленном комментарии есть ссылки на все мои каналы. Конкретно в телеграм-канале я публикую ежедневно послания мужчины, советы Вселенной, направляю вас, как вы можете получить от жизни все, чего вы хотите. Как это сделать? Вы это все узнаете. Переходите, вся информация бесплатно для вас, безусловной любовью. За личными освещениями пишите мне в личку, в Инстаграме, в Фейсбук. Освещения общие, большие, на пару, либо же на иную, другую тематику, здоровье, работа я делаю, так как на YouTube. Также обращайтесь ко мне, это все видео. Также знаете, что личное освещение я отправляю только аудиозапись. То есть мой голос вы будете слушать всегда на личных освещениях, потому как есть мошенники, которые создают фейковые странички, там строчат тексты. Это все не я. Я никому никогда не пишу. Ко мне люди обращаются. Люди ждут очереди, да, чтобы попасть ко мне. Поэтому у меня нет ни желания, ни времени свободного заниматься этими вещами. Поэтому будьте внимательны. Оплаты в рублях нет и не будет. Поэтому обращайте на это внимание, потому как мошенники работают с этой валютой. Имя мужчины, дата его рождения. Ваше имя, дата вашего рождения. Давайте знакомиться, давайте посмотрим, в каких энергиях сегодня мужчина. Мужчина много времени проводит либо же за компьютером, либо же связан сегодня с какими-то инструментами, с разговорами, с решениями определенных дел. Здесь, возможно, и рабочие аспекты оговариваются, да, решаются определенные ситуации, которые были ранее, да, и здесь идет продолжение, продвижение. Не знаю, идет имя Джек. Что это? У кого-то это имя мужчины, у кого-то имя друга. Это не будет информация для всех 100%, но я всегда озвучиваю то, что вижу, потому как освещение общее, и слушайте меня душой. Ну не знаю, здесь листочек зеленый показан, возможно, у вас мужчина чего-то там курит.
какие-то там листочки, девочки. У кого мужчина точно не курит, возможно, где-то прогуливался сегодня, не знаю. Зеленые листья я вижу. Зеленые листья. И неважно, да, какое время года сейчас у вас, возможно, находился в помещении, где много зелени. Где есть зелень? Возможно, нужно там поливать какие-то цветы, если это рабочий аспект, если он работает на работе, то... Возможно, да, поливал цветы, заботился. Здесь очень также просматривается такая информация. Мужчина силен на слово, силу слова. Мужчина, возможно, работа его связана вот с разговорной речью. И опять же, да, здесь идет металл, здесь идут инструменты, также компьютер, телефон. Это все также просматривается. Какой ты сегодня еще? Угу. Очень интересно, идет карта перевернутая, двойка мечей. То есть он говорит, что я открыт сегодня. К чему ты там открыт? Были определенные у него какие-то сомнения, переживания, которые сегодня либо же решили, либо же разрешились. Вот что-то было, что его просто, знаете, не знаю, мучило. Определенный вопрос сегодня решился. Больше нет бессонных ночей, больше нет переживаний, какого-то самобичевания. Нет, карта была перевернутая, двойка мечей. Какой ты еще сегодня? Что там у тебя происходит? Ну, много решается. Смотрите как. Есть определенные ограничения у него в финансах. Есть определенные ограничения в финансах. Девчонки, у меня сейчас мурашка просто тело, все. Возможно, вы мужчине как-то помогали. Помогали в определенные моменты, когда он не мог справиться. Опять же, информация узкая, да? Как помогали? Кто-то делом, кто-то словом, кто-то советом. И сегодня он говорит о том, что я как бы оценил. Оценил то, что ты делаешь мне. То, что ты сделала для меня. Поэтому, если, например, да, вы давали мужчине определенную сумму, да, денег на что-то сегодня, он получил определенную информацию, да, о том, что, что он хотел, будет там доставлено к нему. Либо же, если вы ему давали совет, он воспользовался советом, и сегодня он говорит, что да, даже в тот момент, когда я отказывался определенным образом от того, что ты мне говорила, сегодня это дало мне, ну, просто не знаю, огромный плюс вот в том, что он хочет, потому как я считываю здесь не только карты, здесь у меня рунический оракул. Я здесь параллельно считываю информацию от рун. Я вижу, что здесь руна мудрости, которая постигается через стержень труда и тяжелого опыта. И знаете, что поддержка была от вас однозначно. Так, что еще сегодня у тебя? Думаю, это о встрече, о дороге, о разговоре. Возможно, планирует, договаривается. Ты думаешь об этом или это то, что сегодня у тебя происходит? Так, давайте уточним. Нет, это вы, девочки. Он думает о встрече, разговоре с вами. На будущее, да? На будущее он смотрит. Ну, возможно, кто-то сегодня, да? Вселенной нет, прям вчера, сегодня, завтра, вот в последнее время как-то вы, возможно, договаривались, либо же мужчина здесь думает о том, что договориться с вами о встрече. Что еще сегодня у тебя? Давай последнее. Много мечт. Девочки, все о вас. Много мечт о встрече, о жарком времяпровождении, о горячих энергиях. Знаете, такое чувство, что вы сегодня в его голове просто поселились. Ну, давай шокируй своим проявлением. Нет, знаете как? Я хочу сначала посмотреть его мысли и чувства. Вот как вы считаете? А знаете, как карта выпадает? Говори, верховная жрица. Здесь просто вселенная подтверждает, да, я чувствую просто это вас, потому как работаю не только как таролог, но как и ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. И здесь вот говорит вселенная, да, вот это как бы самая такая болезненная почему-то идет с потока информации, которая, знаете, как душу вашу крутит. Ну, давайте смотреть твои мысли и чувства. Мысли.
А, ну вот он о вас и думает. Я же об этом и говорила, что всего. А ну вот думает о дороге, девочки, с вами. Что это такое? Переживаю, чтобы у вас не было другого мужчины. Чего ты тут переживаешь? Переживаю, говорит. Вообще капец, говорит. Если это правда, то для меня это смерти подобно. Ну, видно, вам важно, нужно это услышать. Что еще думаешь? Ну вот, а встреча. Время провождения. Вы посмотрите как. Вот точно те же карты, которые, да, я спрашивала у него ранее, что происходит сегодня. Вот он показывал, прям один в один карты повторяет. А вас, о встрече с вами, поездки к вам, времяпровождение с вами. Чувства тогда показывает, чувства растут. Какие у тебя чувства растут? Осознания растут, меняются. Девочки, ну какие чувства? Двойка кубков. Такое, знаете, идет осознание, что, вот, осознание мужчины, его просто осенило, я тебя люблю. Вот не знаю почему, но вот был определенный какой-то момент, возможно, как-то медленно ваши отношения развивались, либо же мужчина вообще как-то не очень активно показывал реально, да, вот свое отношение к вам. Я не вижу, что у вас здесь не было, например, общения. Здесь это все могло быть, но он вам не озвучивал. А здесь, вот, знаете, идет такой вот переломный момент, как палку, если взять, как поломать, раз, и вот после этого все. Люблю ее. Вот так вот. Вот так вот, девочки. Люблю ее. Хорошо, легко с тобой, свободно. Мне нравится проводить время с тобой. Видит пару с вами. Думает о вас, мечтает. Сейчас мужчина в одиночестве. Сейчас он сам находится и думает о вас. Знаете как? Вот карта перевернутая выходит, тройка мечей. Все-таки не разбито сердце. Наоборот, здесь ему, знаете, как-то интересно. Его завораживаете вы как-то. Возможно, вы владеете вот энергиями. Не знаю, руками работаете. Кто-то на музыкальных инструментах, возможно, играет. Либо же кто-то каким-либо образом, да, кто-то торт там печет классно. Либо кто-то еще что-то вот руками делает. И для него просто это вообще супер магия какая-то в ваших руках. Чувство еще покажи. Ну, конечно, после двойки кубков чувство, это смешно, спрашивает. Ну, король кубков выходит. Мужчина, который любит. Ну, подтверждение идет моих слов. Да, однозначно. И старший аркан как бы говорит, что вся информация, которая была озвучена, да, действительно, это истина, да, действительно, это правда. Отлично. Ну что ж, давайте смотреть тогда, как он там вас шокирует своим проявлением. Готовы? Пишите мне в комментариях. Интересная тема? Нравится вам такая тема? Я думаю, что это очень интересно узнать. Как ты шокируешь своим проявлением меня? Обратитесь к нему с этим вопросом. Вы понимаете, все, о чем мечтал, намечтал, вот то я и выполню в реальной жизни. Вот как шокирует, обнимет вас так и скажет, все, не отдам тебя никому. Мне хорошо с тобой, почему-то на вдохе идет такая информация, девочки. Хочет как-то с вами встретиться в закрытом помещении, мужчина, как ты шокируешь. Действительно даст знать об этом. По интернету здесь будет появление, проявление, сообщение, либо же звонок. По карте мира это все-таки, да, такой воздух, онлайн-пространство. Ну, возможно, у некоторых проиграется и как разговор. Как ты шокируешь. То есть он это скажет вам прямо. Прямо скажет. Что там за тройкой? А потому что плохо без вас. А потому что без вас плохо. Мне без тебя плохо, я люблю тебя. Идут такие слова с потока. И потом, кому мужчина это скажет, вернетесь, напишите в комментариях. Так он скажет вам, мне без тебя плохо, я люблю тебя. Ну вот, выходит кубковый король. Мешай, не мешай, да? Полная колода. Я люблю тебя. Он шокирует вас признанием в любви. Это не будет для вас уже мечтой. Это для вас уже станет реальностью, понимаете как? Хотя очень многие сейчас слушают и говорят, да ну, наверное, у кого-то это будет, но, наверное, это не моя история. Ваши девочки. Знаете, как Вселенная говорит, вот какую информацию вы впускаете, да, что вы принимаете, то в реальной жизни и осуществится. То есть это ваш выбор. Вы готовы к этому? Как интересно, карта отражается, да? Вы видите в моем новом подсвечничке. Кстати, как он вам, напишите, мне очень нравится. И отражается карта. Он говорит, что... Вот, что ты примешь?
что ты примешь за истину, то и будет в твоей жизни. То есть те, кто сейчас, например, прослушивает информацию, начинает сомневаться, говорит, что это не будет у меня, ну окей, Вселенная вас услышала, не хотите, не надо. Здесь никто никого не заставляет, здесь каждый делает выбор, и каждый получает то, чего он хочет. Как ты шокируешь своим проявлением. Вот выходит он, император, понимаете как? Вот я тебя шокирую. Вообще появлением себя в твоей жизни. Выйдет с определенных ограничений. Знаете как? Ограничение здесь в чем складывается? Ограничение здесь в том, что мужчина не показывал, не говорил вам о своих чувствах. А как ты себя вел? Давайте посмотрим немножечко, да, с прошлого, чтобы вы просто видели, понимали ситуацию. Вот действительно, что же было? Как ты себя вел ранее? Ну, он вам, знаете как, девочки, дурачком казался как-то, даже если вы его спрашивали, я вижу, что ответа вы от него не получали. Вы ждали от него этого ответа, а он что-то морозился. Ну, хотя вас это прям угнетало очень сильно. У вас уже, знаете, до какой-то прям истерики, до каких-то слез, для разочарования прямо. Хотя вы считываете его душу, но из-за того, что вы не получали от него этого ответа, да, признания. Опять ноги все в мурашках. Что делается? Вы, не знаю, прям на костре были готовы всех сжечь. Ну, такие вот энергии идут. Обалдеть. Как шокируешь. Появлюсь, понимаете, огнище ваше ворвется в вашу реальность. Что будешь делать? Полностью будет менять ситуацию между вами. Как? Как? Вы сейчас не представляете, как. Вот честно могу сказать, у вас в голове сейчас мысли абсолютно не те, как будет, а как будет. Раньше, говорю, даже пока карта выходит. Какие-то действия от него будут, понимаете, как. Причем по тройке кубков здесь какое-то появление, проявление, легкое, привет, как дела, там, давай встретимся, давай с тобой время проведем, там, не знаю, давай встретимся на ланч, на ужин, на завтрак. Ну вот здесь именно какая-то информация по поводу принятия продуктов, либо же напитков, либо же приглашения встретиться где-то, где есть, например, там какие-то натюрморты. Даже это может быть. А для чего тебе это надо? Встреча. Ну, потому что она моя мечта, потому что я хочу, потому что я желаю, потому что я мечтаю об этом. Ну, однозначно. Знаете, как вот человек будет мечту в реальность. Я уже устала немножко, потому как у меня эта колода просто вверх ногами. Он мне вот это крутит и мутит. Девочки, ну вам так мозги что ли крутит или что? Я не могу понять. Это очень сложно работать, когда карты просто пляшут. Понимаете, как? Такое чувство, что сейчас человек не готов еще сделать то, что я вижу, потому как я вижу далеко наперед. Давайте сейчас уточним, почему у него какое-то вот это вот состояние перевернутых мозгов. Либо же сейчас у него мировоззрение меняется, и сейчас у него, собственно, эти идеи и приходят ему в голову, которые я озвучиваю. Ну, потому что настолько запутанная колода, это же просто... Неимоверно. Вы можете, кстати, сейчас обратиться с вопросом ко Вселенной, который даже не относится к теме моего освещения. И знаете, что вы непременно получите ответ на этом, либо же на одном из моих других освещений. Потому как Вселенная слышит и, видимо, не зря сейчас дала вам такую вот минуточку, пока я привожу его мозги в порядок, на полочку их раскладываю, чтобы вы обратились к ней со своим вопросом. Давайте посмотрим. Ты уже сейчас в этих мыслях или это еще только твое будущее? Чего ты мне тут путаешь все? Нет, знаете как, могу сказать. У него сейчас прям зреет эта идея в голове. Но действовать сейчас пока вот не будет. Вот честно, вот прям в ближайшее, самое близкое время нет. То есть эта информация с будущего все-таки идет с близкого, либо же с далекого. не хочет говорить. Так это ты не хочешь говорить, или ты еще сам до этого не дошел?
Дошел, говорит. Нет, говорить не хочет. Не хочет говорить? Слушайте, прям закрывает мне двойка мечей. Секретный. А что такое секретный? А ну-ка быстро рассказал мне. Ну что, говорит, часто мне мои все планы попали. Конечно. Ты же знаешь, что все мои богини знают все наперед. Со мной только так и никак иначе. Поэтому, что ты удивляешься-то? Ты говорит, не удивляюсь я. Я это знаю. Это подтверждение мне. Ну все, явится с разговором к вам. Вы еще когда будете восседать в этот момент, где-то прям сидеть будете. Кто в машине, кто на диване, кто на кровати, прям где-то в сидячем положении, кто-то в транспорте, да, даже в магазине, если вы будете, вот присядете отдохнуть, и прям будет проявление мужчины, когда вы будете в сидячем положении. Не расстраивайтесь, девочки, все будет хорошо. Да что ж такое, энергия просто застрелится. Перестраивайтесь. И знаете что? Вот если еще не ощутили, да, вот эту вот силу появления-проявления, просмотрите еще раз, потому что вижу очень какое-то упадническое у вас такое настроение. Прям я не знаю, нужно выводить себя с этого состояния, потому как не зря, да, Вселенная изначально вам сказала и показала. То, что ты принимаешь, да, то, что ты слышишь, то, что ты одобряешь, да, то и будет в твоей жизни. Поэтому ответьте Вселенной. Чего вы хотите? Напишите в комментариях ей. Пусть появится, проявится, приходи. Пусть самое светлое, лучшее войдет в вашу жизнь после просмотра этого освещения. Знаете, что все будет хорошо. Я вам говорю это, потому что я это вижу. А все мои слова – это истина. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за ваши шикарные пожелания лично мне в развитии нашего канала. Знаете, все, что вы мне пишете, желаете, за вашу финансовую поддержку. Отдельная благодарность за ваши шикарные комментарии. Благодарности мне лично. Мне так это важно, мне так. Так это необходимо, потому как работаю для вас, даю вам огромное количество информации, время, энергии. И вроде бы, да, как лайк, либо же сердечко в комментарии для вас много времени не займет, а для меня это огромная поддержка. Мне важно и нужно знать, что я вам необходима. И так и есть. Ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю. До встречи на моих остальных освещениях. Пока-пока.